Добрый день, уважаемый зритель. С вами доктор Константин. Сегодня наша тема лекции видеоурока следующая. Боль и жжение над глазами. Итак, давайте коснемся этой темы. Почему? Потому что многие неправильно интерпретируют ее. Прежде всего, вы должны ответить на вопрос, откуда, либо при каких обстоятельствах вы получили боль и жжение над глазами. Это может быть химическое раздражение. Человек не вымыл руки и каким-то реактивом протер глаза, вследствие чего поправил здесь века, либо протер веки, и что? Получил химически, что? Ожог. Вот вам вследствие чего может быть, что? Жжение над глазами. И человек будет искать причину, а банально все лишь навсего такое вот раздражение, мягкая, тонкая кожа. И все это может быть аллергическое раздражение, либо проявление у человека. Сейчас мы дойдем до этого. Это может быть ожог. Это может быть, скажем так, гормональное, то есть гормональный сбой, либо гормональные нарушения. Ну и, конечно, частенько человек напряжение глаз доводит до того, своими напряжениями глаз, простите, доводит до того, что у него что? Устают глаза. Они перенапряжены, эта область, вследствие чего появляется боль, напряжение и жжение над глазами. Это мы говорим, что говорит нам западная медицина. Давайте посмотрим, что нам говорит восточная медицина. Ну, здесь уже вот вы сразу видите, да, в каком состоянии данный меридиан мочевого пузыря. Пожалуйста, мы видим, что он контролирует. Он контролирует эту область. Не только меридиан мочевого пузыря. Здесь и меридиан мочевого пузыря, меридиан желудка, сердца, печени, желчного пузыря, тонкого кишечника, тройного обогревателя. Вот в каком состоянии эти меридианы. Конечно, можно еще здесь толстый кишечник взять. Ну и, конечно, тройной обогреватель, так как он контролирует всю тонкую энергию на нашем физическом уровне. Вот мы уже сказали вам, 8 меридианов из 12 контролируют эту область, которая может быть частенько у человека проявляться болью и жжениями. Банальное повышение артериального давления может что? У человека проявляться жжением над глазами. Банальная головная боль у человека начинается, может быть, что? Болью над глазами, а потом эта боль начинает подниматься весь, завоевывает лобную часть, а потом переходит все выше, выше, к макушке, и вот так вот начинается головная боль. Поэтому, уважаемые зрители, вы всегда должны четко дать себе ответ, откуда начинается эта боль. Когда дадите ответ, вы поймете, какие меридианы у вас поражены. Особенно смотрите внутренние каналы, как проходят. И точка В11 даджу нам в помощь. Данная точка массажными движениями расслабляется. Кто ленивый, не хочет заниматься, пожалуйста, аппликатор Кузнецова вам в помощь. Поставьте в область данной точки аппликатор Кузнецова и хотя бы полежите на нем полчаса. Спасибо за внимание.